Вау! Вау! Откуда такие лихачи в нашем городе? Ну-ка, быстро, вышел из машины. Ой, документы. Извините, с тобой. Извините, я не хотел. Так. Руки извините, наверх. Пожалуйста, товарищ полицейский, я не хотел. Так, вы вроде в порядке. Да, ну, а я быстро не пил, сели я трезвый. В мою машину оформлять ДТП и превысили вы скорость. Так, быстро сели. Да я не хотел, сели, подождите. Сели быстро в машину. Так, хорошо, хорошо, что с меня требуется? Предъявите документы. А, подождите, быстро, подождите, у меня документы в машине. Подождите, сейчас я быстренько сбегаю, в бардачке у меня где-то документы лежат. Ха, пока, ментяра. У-ху! Так, стоять. До свидания. Пока! Ну что ж, друзья, всем здорова, с вами по-прежнему Оверкус, и как вы смогли уже догадаться, сегодня у нас будут полицейские дрифт-погони в Брикрикс. Всем здорова, дружки! В общем, добавили мы вот такую вот дрифтовую тачку, ребят, она нереально валит, просто шикарная, дает угла, клево, дрифтит просто безумно, ну и вот такая вот у нас прикольная полицейская машинка, но действительно выглядит как обычная полицейская тачка. С вас, ребят, большой палец вверх. Ну что, Никит, кто сегодня будет первый дрифтить, угонять, а кто будет в роли полицейского? Я не знаю. Ну давай я тогда поугоняю первый от тебя. Давай. Все, давай, я сел. Я сажусь в полицейскую тачку тогда и врубаю, братан, сирену, потому что ты у нас... О, хорошо. Все, я уехал. Все, я погнал, братан, от тебя. Все, я уже выехал, братан. Я уже сообщил всем постам, абсолютно всем хорошо. Постам, чтоб тебя ловили. Сейчас будет там перекрытие, братан, всяк такое. А хочешь некий прикол? Некит, что ты там? Хочешь прикол? Никаких перекрытий, братан, не будет. Никаких перекрытий, ребят, не будет. Потому что это единственный полицейский на весь город. Кус, ну, а чё, он один шериф, который еще и ездить тому же не умеет. Мы постоянно смысле, с пацанами угоняем от него. Давай, я тебя дразню, братан, если ты не так, понял. Тихо. Вау, вжу, бочком. Неплохо, ребят. Вау, даем угла. Куда? Вау, ребят, реально дрифт. Че ты там развалился? Нифига себе. Нифига. О, погоди, я колесо потерял. Ё-моё, так, окей, все. Короче, ребят, правила такие. В меня Никитосик должен врезаться, и я как бы после того, как он врезался, не могу спавниться. А Никит может свою тачку как бы спавнить, а я нет. И он в какой-то момент... переворачиваться может. Да, должен столько раз меня врезаться, либо с первого раза, чтобы я дальше не смог поехать, либо просто Никит должен быстро вылезти из машины и просто меня застрелить, или как-нибудь такое. Ой, погоди, Никит, а я гудмод включил, как ты меня застрелишь? О, ясно. Да не, почему? А, ну, гудмод человечка, да, человечка. Ну, сам факт того, что ну я да, пострелять, да, все понятно, окей. Вау! Вау, неплохо! Вау, нет! По-моему, плохая была. Нифига ты, Никит, жестко вмазался. Ну, слушай, тачка дрифтовая просто шикарная. Так, ну смотри, а если аккуратненько. Я дамаг нанес, нет, погоди, у меня же прокачанная тачка, мы же ее в гараже, ну, с ребятами мод, прокачали. Мод прокачал, вау, нифига, как я, вау, пока. Ты куда свалился, братик? Ой, все, все, что ли, все? Это нет, не а, ты же, это не ты меня сбил, это да. Я тебя ну сбил. Ладно, я тогда заспавнил и поехал, братан. Потом давай. Просто опа, как было близко. Блин, почему у тебя опять ничего не делается? А где не достал ты меня, потому что... Серьезно? Да! Я у себя, нифига, блядь, как я дрифчу, ребят! Некий, ты хоть видишь, как я дрифтю вообще? Во, воу! Всё, воу. Уже да пофиг! Воу! Да. Просто круголя! Да блин! Воу. Да врежь ты в него хотя бы! Блин, это сложно, ребят! Вы просто не представляете, как же это все-таки сложно. Да, я согласен, я согласен, да. Изначально он дрифтер. Я дрифтер, гонщик нелегальный. Он потом в Калининграде там это... Дрифтит! Опа! Натаран, ты чё? Своим сломанным колесом. Ну, смотри, братан, я уже тебе дамаг нанес. То есть ты уже респиться никак не можешь. Хорошо, потому, ладно. Ты перевернулся. Ладно. Ну, то есть, ну, ладно. Только переворачивай. Я понял. Всё. Ладно. Ладно, все, я понял. Немножко, хорошо. Давай хотя бы в город заедем. Да, 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 я так и в город. Я и еду в город, братан. Оп. О! Нормально, о, ты сейчас, о, ну у меня вроде как нормально. Еще живу, братан, потихонечку живем. Да блин, у меня твоя частичка под этот... Под, а, бывает такое, я понял, под да. Меня попало под колеса и... твои. Понял. Но я поехал. Я в городе, братан. Сейчас я здесь замаскирую, сейчас я своих братанов вызову, и мы тебя тут реально просто замочим. Ты норм так? Да. Нет!
Пока! Я специально за угол заехал. Далеко специально не уезжал. Блин, ну как же эту тачку переворачивать? Ну ничего, братик, бывает. Давай, давай. Ты поребрик, ну реально. А в смысле давай, давай? Нифига, не давай, не давай. Сейчас я от тебя уеду. А я что-то и дрифтить перестал. Мне страшно, у меня тачка развалилась потихоньку. Уже реально страшно стало. Аккуратненько. Ну это прям жестко. Не-не-ка. Прям ее разворачивать. Вот когда ты будешь дрифтить от меня, ты посмотришь, насколько эта тачка клево управляется и как она классно дрифтит, брат. Это просто жесть. Ну, на самом деле, я поехал. Тачка тоже неплохо дрифтит, но чтобы тебя догнать, я все-таки пытаюсь. Ну да, 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 согласен. В поворот входим. Давай, 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 главное, чтобы не перевернулся. Аккуратненько. Главное, не перевернулся. Все, теперь ой, надо догнать. Блин, колесо, вот, нет. Вау, все, не могу я, а у меня одного колеса теперь, нет, братан. Я поехал, я поехал. Нет, я еду еще боком до сих пор. Да, блин, надо тебя еще догнать, чтобы прямо... Да, я еще могу ехать. Ну все, ну теперь поймал, да. Ну давайте поменяемся, ребят, теперь я. Ну что, братан, я от тебя очень далеко сейчас уеду, потому что я профессиональный. Смотри, просто. Я самый жесткий полицейский, ребят. Я раньше работал в академии полицейских. Нас учили догонять таких дрифтеров. Умею. Показывать не буду, но умею. Ладно. Куда ты? Куда ты? А ты все райончики здесь знаешь, да? Все проезды. Квартиры. Кварталы. Вообще, да. Да тебе сейчас не поздоровится, братан. На! У тебя машина расфигачила. У меня нет колеса, братан. Что? У меня нет братан, колеса. Братан, у меня вообще машины не осталось, а у тебя только брат. Колеса. Но ты все не можешь спавниться теперь. Я тебе ничего могу сказать. А куда ты поехал? Давай в город вернемся, братан. У нас же все-таки Токио Дрифт в городе куда-то там. Да просто на F-ке отлети уже в город, давай. Да я так заеду, потому что ты меня сейчас минуснул одно колесо между прочим. А, ну да, да. И теперь я без одного колеса должен. Давай, я тебя пока не догоняю, отъедь в город. Так, ладненько. Так, все, ребят, в городе продолжаем погоню, все. Не менее управляемая машина осталась. Все равно. Так. Так. А ты без колеса, без какого, братан? Опа! Кто здесь? На! Правого, давай, давай, аккуратно давай, прижимаю к стенке, прижимаю к стенке. Аккуратно прижимаю. Вот так вот. Аккуратненько. Куда? А ты мне только обшивку сейчас убил. Нифига, обвесы, да, прокачанные вот эти твои. У меня, кстати, палка какая-то. Аккуратно, блин, ё-моё. Это я тебе палки в колеса просто запихнул, понял? Спойлер, братик. На! Ой! Ушатался, ё-моё, обманул, ну, капец. Блин, я сказал, я профессиональный. Ну ничего страшного, ребят, сейчас мы его догоним. Минуты, блин. Научился, ушатал, на научился ездить, я думал, ты скажешь сейчас за полторы минуты. О, куда там? Куда? Куда? Аккуратненько. Тут мои пацаны меня ждут, ладно, меня тут. Ой, 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 нифига меня закрышило. Ой, Некит, а знаешь, что я забыл включить, братан? Чё ты забыл? Пиу, пиу, пиу. Тоже страшно стало, реально. Всё! Но зато теперь я знаю, на каком расстоянии. А, я тебя потерял. А, точно, выключу. Ты не туда повернул, ё-моё, ребят. Я не в ту сторону поехал, короче. Я думал, он в одну повернул, а он повернул в другую, оказывается. Главное сейчас запутать Диму. Очень сильно запутать. Куда ты там? Ага, запутал. Меня не нашел, потому что моя машина уже еле живая. Запутал? На! Бам! Аккуратно! Вы оштрафованы, вы арестованы! Еле-еле живет. Да блин! Как-то. Ё-моё! Так, невозможно реально ее разбомбить, Некит. Я не знаю, как у тебя удалось это сделать. Я по прямой еду, и она разлась. Воу! Тихо! Ай, капец, тихо! Опа! А-а-а! Обманщик, куда ты там поворачиваешь так быстро, капец? Так, ребят, 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 аккуратно. Оп! Оп. Куда ты там завернул, ё-моё? Что? Здорово! А ты видел, как я повернул? Нет, не видел. Все, минус задние колеса. Опа, отлично. Только на передних, а на отлично, еще отлично, круто. Отлично. Так, Некит, я вот сюда заспавнюсь. Классно, ребят. Сейчас нет, я его поймаю. Она не едет. Таран! Так, таран! Давай, давай, просто! Давай, на! Давай, давай! Блин, нифига ты как поехал! Нифига! Взял, перевернул меня, капец, красавчик! Опа! Одно колесо! Все, братан! По-моему, кто-то приехал ко мне! Я приехал, походу! Все, все, выхожу из тачки, братан! И там, там, вы арестованы, пока, сэр, пока. Вы умираете, до свидания, и хочу я вам сказать вот так. А чё я тебя не могу разбить, Некит? А, я знаю, знаешь почему? Что? Бам!
Вот так вот. Ну что ж, ребят, на этом наш замечательный ролик заканчивается. Обязательно поставьте большие пальцы вверх. Не забудьте подписаться на все наши каналы. Сегодня у нас была вот реально такая мега эпичная полицейская дрифт-погоня. Поставьте большие пальцы вверх, если вам видосик понравился, как и сама идея. Также, ребят, если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово дрифт-погоня, либо просто полицейская погоня. Это будет реально здорово. Узнаем, кто смотрит ролики до конца. А кто нет, не забывайте про колокольчики, про положительные комментарии. Чем больше положительных комментов вы напишите, тем больше шанс попасть в следующий ролик в лучшие комментарии. Ну и также, друзья, все ссылочки на наш канал и социальные сети будут в описании. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте и пока-пока! Пока, друзьяшки!